Яндекс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплека». На радио «Болтком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас продолжение темы, которая, наверное, очень многих людей волнует, и для многих, может быть, она болезненная. Это тема онкологического лечения и зеленого коридора, который был внедрен, ну, несколько лет назад и выявил, конечно, как положительные моменты, что было выявлено больше таких больных, и для них было начато лечение, но выявил отрицательные моменты, то есть то, что у нас не хватает каких-то новаторских методов лечения, у нас не хватает средств на то, чтобы быстро больные могли пройти все исследования и попасть на первичный этап лечения, либо на операцию, либо еще на какие-то манипуляции. И сегодня у нас в студии специалисты, которые как раз изучают эту проблему и регулируют ее. Это руководитель амбулаторного отдела Национальной службы здоровья Ева Мейшус. Добрый день. Добрый день. Старший эксперт этого отдела Юлия Воропаева. Добрый день. И эксперт Латвийской ассоциации экономики здоровья Алина Дуделе. Добрый день. Программу ведет Людмила Прибыльская. И мы просим вас звонить в студию по телефонам 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете задать вопросы нашим специалистам, экспертам, которые как раз... Ну, планируют бюджет. Вот Национальная служба здоровья, она занимается финансированием непосредственно вот всех этих программ, которые люди получают в онкологическом лечении бесплатно, и регулирует, может быть, в какой-то степени доступность тех или иных манипуляций, лекарств, исследований, обследований, которые нужны людям у нас в Латвии. Но я хочу начать разговор с... Алиной, потому что год назад Латвийская ассоциация экономики здоровья опубликовала серьезное исследование эффективности и итогов работы зеленого коридора, которое выявило многие, так сказать, слабые места, болевые точки. И это как раз тот подход, который хотят пациенты тоже, потому что в нашей предыдущей программе принимали участие представители обществ пациентов, и они, справедливо задавали вопрос о том, какие программы Латвия финансирует, как она их финансирует, и существует ли система мониторинга эффективности этих программ, то есть медицинских технологий, которые существуют, так сказать, унифицированно для всей страны и так далее. Вот, Алина, с вашей точки зрения, вы там выявили много проблемных вопросов. Какие из них самые острые, и можно ли их решить? На наш взгляд, самыми острыми проблемами является проблема все-таки эффективности программ и измерения. Потому что в любой стране ресурсы на здравоохранение ограничены. И любая страна, и мы особенно, поскольку у нас ресурсы очень ограничены, должны все время заботиться о том, чтобы те программы, которые государство финансирует, они имели самый лучший возможный результат. И то, что мы выявили в рамках этого обследования, то, что известно до того, у нас очень мало еще проводится измерений именно результата лечения. То есть именно результат общего лечения, не количество... Это вы не имеете в виду эту «дзивус илгум», что называется, «дзивус илдзе», то есть это продолжительность жизни после лечения. Но это не только «дзивус илгум», это мы мерим, но очень важны другие показатели тоже, показатели качества жизни. Прочие другие, но у нас даже тогда, когда мы мерим, у нас до сих пор измерения никак не связаны с финансированием этой конкретной программы. И на сегодняшний день, к сожалению, еще наши информационные системы не дают нам возможности
провести детальное исследование именно как связаны затраты на программу с результатом лечения. У нас же есть здоровье, и она разве нам не дает вообще полной картины по стране? Она дает очень полную информацию о том, какие манипуляции были проведены, какое было проведено лечение, какие медикаменты были применены, но что касается результатов лечения, то, что мы можем достоверно мерить, это смертность, и так, поэтому можем мерить только заявилцы. Что касается качества жизни, то таких измерений на сегодняшний день не централизованных не проводится, и поэтому вот эта сторона измерений пока отсутствует вообще. А в западных странах, ну или в других странах, как это измеряется, какие показатели учитываются? Но измерение показателя качества жизни проводится стандартным анкетированием пациентов. И на сегодняшний день во всем мире очень много инициатив, которые связывают именно результат лечения и стоимость программы. То есть на сегодняшний день все здравоохранение в мире пытается ориентировать, уходить от того, что мы платим за конкретную манипуляцию, а прийти к тому, что мы платим за результат. Потому что, в конце концов, для каждого пациента конкретно и для общества в целом важно, если мы тратим общественные деньги, тем более, что мы получаем максимальный возможный результат, что касается не только продолжительности жизни, но и ее качества. А как оценивается качество вот в этих, в этом анкетировании? То есть трудоспособен ли человек или там, насколько у него радость жизни повысилась или сохранилась, например? Мы можем, конечно, мериться то, как сохранилась и изменилась радость жизни, но есть совершенно объективные показатели, насколько человек способен вернуться к трудовой деятельности, насколько он трудоспособен, насколько он способен позаботиться о себе сам, либо ему нужен кто-то, кто поможет ему даже в самых элементарных повседневных задачах, таких как одеться, поесть, сделать какую-то личную гигиену, насколько у него уменьшается или отсутствует болевой синдром. То есть целый ряд объективно измеряемых показателей, которые мы можем мерить. Хорошо, если вот, например, сравнить две таких самых фатальных, что ли, болезни или, так сказать, группы заболеваний, это сердечно-сосудистые и там онкологические, то есть по сердечно-сосудистым у нас, ну, как бы очень запаздывает время обращения к пациентам к врачу, особенно при инсультах, и это следует инвалидизация этого человека, то есть потеря существенных функций. Вот как дело происходит в онкологии? То же самое инвалидизация, если там больной запущен? Ну, там не настолько это однозначно, как сердечно-сосудистыми заболеваниями, но там очень серьезно страдает, конечно, качество жизни пациента. Но... Хорошо. Ева, скажите, пожалуйста, вот Алина отметила, что были выявлены какие-то проблемы при исследовании зеленого коридора. Какие проблемы видите вы? Вот с точки зрения планирования программ и так далее, какой информации, может быть, вам не хватает и, ну, какие-то проблемы, чтобы получить эту информацию от больницы или от докторов, от семейных врачей? Ну, в принципе, насчет исследования, которое касалось зеленого коридора, то, что мы для себя выявили, и то, что и все уже и так знают, что есть очень большая проблема – насчет дальнейшего пути после зеленого коридора. Угу. Эта проблема выявлена уже давно, и вы выявили в своем исследовании, это так и есть. Сейчас идет достаточно большая закупка, если так можно назвать их, алгоритмами. Это как путеводители, как должны пациенты при конкретных заболеваниях проходить свой лечебный путь, которое, конечно, все подтверждается, не знаю, как сказать, нынешними рекомендациями, да, разных ассоциаций. И сейчас много из таких алгоритмов уже подтверждены при других хронических болезнях, но сейчас именно разрабатывается именно вот даже динамическая новая Рошина, что означает, в принципе, динамичное наблюдение за онкологическими пациентами,
что как раз является вот этот этапом после зеленого коридора. Потому что, конечно, создаются большие ряды, если в зеленом коридоре этот человек может получить там в течение определенного времени свои исследования и так далее. Тогда после того, как у него рецидив, или после того, как надо монитировать, мониторингом заниматься его, именно его болезнью, есть, мы получаем и жалобы, и мы знаем о том, что есть, да, существуют ряды. Очереди. Да. То есть получается, что, ну, условно, человек пролечен, и ему надо там раз в год проходить повторное обследование, чтобы выявить, ну, все ли у него в порядке. И он на это обследование не может попасть вовремя? В принципе, в каких-то конкретных случаях, да. Потому что зеленый коридор, он тендирован на первичное заболевание до поставления диагноза и начинания лечения. И то, что после лечения, это уже переходит вот в динамическое, так сказать... И вот это уже, там есть, так называется, мы еще на латышском его называем чуть-чуть шаурайс пудалас каклс, что... Устное горлышко бутылки. Да, что есть проблема с рядами, чтобы попасть, какие пациенты должны раньше попадать, какие могут 4 месяца подождать и так далее. Потому что, ну, ресурсов в государстве есть столько, сколько, ну, они есть, и также и с деньгами. Я не имею в виду только... То есть денег на онкологию больше не будет? Пусть не рассчитывают. Нет, ну так, конечно, сказать прям так точно невозможно, потому что это всегда можно менять, и всегда можно, и так сказать, можно выделить какой-то иной степени, конечно, можно и пересмотреть систему, которая есть, и попросить дополнительных денег, но так, что однозначно сказать, что будет или не будет, можно про следующий год или про этот год. Но так, что прям, ну, не хочется как бы надежду портить на следующий год. Хорошо, но вот пациенты говорят, что онкология очень затратная дисциплина, и поэтому при всех сложностях с бюджетом в первую очередь обращают внимание на нее, ну, как бы за нее, за этот счет легче экономить, это так? Нет, конечно, это, ну, чем раньше мы диагностицируем рак, чем... Во-первых, это лучше человеку, потому что не такие страшные последствия. И во-вторых, чем лучше государству, потому что он на него, грубо говоря, потратит меньше денег. Это и есть эффективность, ну, траты. Ну, а то, что тоже, на что жалуются организации пациентов, это то, что, в принципе, государство финансирует вот только это первичное лечение, а потом... Фактически, ну, при случаях рецидива пациенты второй линии очень редко получают это адекватное лечение, а уж тем более реабилитацию или паллиативный уход. Скажем так, ну, это очень такой комплексный вопрос, на самом деле. Скажу так, что, в принципе, надо смотреть конкретный случай, потому что у нас работает... отдел лекарств, который смотрит эти лекарства, смотрит по возможности бюджета, и также они смотрят на эффективность этих лекарств. Насчет методов, с 2019, 1 июля, медицинские технологии как таковые перешли в компетенции... Агентства лекарств, да. И поэтому какая-то часть из... вот чтобы подтвердить эти медицинские технологии, сейчас перешло вот к ним. Насчет рехабилитации, паллиативного ухода, что-то происходит. С 2019 года есть прием в отделениях конкретных паллиативного ухода, есть специалисты, это то все очень развивается. Открыты такие отделения или в рамках существующих отделений открыты такие палаты? Скажем так, и открытые отделения, и открытые, ну, есть доступность палат. Скажу так, что я руководитель амбулаторного отдела, поэтому не могу вам точно сказать, где что, но это можно посмотреть на нашем сайте. Есть отдел паллиативный уход, и там это все можно посмотреть. Конечно, можно лучше, можно всегда это сделать, но это продвигается потихоньку, и этот вопрос очень актуален. Насчет рехабилитации, конечно, это тоже очень известно, что эти пациенты нуждаются в рехабилитации, тоже
мы потихоньку на это идем. Как, к примеру, с 2019 года, и я думаю, что мы видели на Фейсбуке и на других социальных медиах, что в больнице Рига Саустон Макалининского университета Слиница открылся у нас в Гайлизерсе психоэмоционала отбалста. Группа, да, которая именно помогает и в какой-то части этой социальной рехабилитации и психологической, которая нуждается не только онкологические пациенты, но и родственники пациентов, семьи. Поэтому это очень все комплексно, и это однозначно командная работа не только нашей институции, но и институции СПКЦ, госминистерству и, конечно же, ассоциациям, потому что без них очень сложно. Хорошо, мы сейчас уйдем на перерывчик. Не переключайтесь, возвращайтесь к нам. Микс Ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем разговор о зеленом коридоре и о том, почему, может быть, его работа или лечение онкологически больных не такое эффективное. Перед перерывом руководитель амбулаторного отдела Национальной службы здоровья Ева Мейшко сказала, что с июля 2019 года надзор за медицинскими технологиями передан в агентство лекарств. И у меня вопрос к Алине Дудале, эксперту Латвийской ассоциации экономики здоровья. Как вы расцениваете это? Это хороший путь для больных или не очень? Ну, для больных я надеюсь, что любые изменения в системе, когда делаются, они не делаются только с точки зрения улучшения общего процесса для больных. То есть все, что делается, только на пользу больных. Но это такое административное решение, передача функций с одной организации в другую, поскольку агентство медикаментов до этого занималось оценкой медикаментов, то теперь достаточно логично, что они будут оценивать и другие технологии, но все равно для того, чтобы оценивать эти технологии, необходимы дополнительные профессиональные компетенции. И только те люди, которые работали до того в этом агентстве, конечно, не могут в полной мере сделать полноценную оценку всех медицинских технологий. Для этого нужны привлечение еще дополнительных специалистов. Я, к сожалению, не в курсе того, как они усилили свою организацию. Не знаю, может быть, коллеги что-то об этом знают, но я не могу ничего сказать по этому вопросу. Ваша ассоциация экономики здоровья, как долго она существует и насколько вы работаете в контакте с Национальной службой здоровья, с министерством? Наша ассоциация существует уже больше 10 лет. И то, что мы делаем, мы всегда работаем вместе с представителями отрасли, мы работаем вместе с министерством. Ассоциация является также членом стратегического совета Министерства здравоохранения. То есть мы всегда стараемся высказать свое мнение по всем реформам, которые министерство планирует, посмотреть на эти реформы именно с точки зрения экономики, здравоохранения, каков может быть эффект, и дать советы о том, что, может быть, нужно было бы делать по-другому. Что касается, конечно, оценки медицинских технологий, то, на наш взгляд, оценка медицинских технологий, может быть, следовало бы привлечь университеты, поскольку это достаточно сложная процедура и требует достаточно большого опыта также в анализе исследований, которые проводятся, и в обобщении этой информации. На наш взгляд, это более уместно было бы, если бы были привлечены университеты. То есть такое исследование должно делаться с привлечением разных специалистов, не только экономистов, но и медиков? Ну, конечно, мы же оцениваем медицинские технологии. Медицинская технология – это, во-первых, медицина, и только потом экономика. Ну, а почему, например, организация пациентов считает, что у нас в стране вообще к экономике здоровья такое отношение пугливое, что ли, что, как-то мы очень отстали от других стран в плане такого экономического подхода к здравоохранению? Нет, я бы с этим однозначно не согласилась. Но мы отстали от других стран с точки зрения финансирования здравоохранения. Вот это мы действительно отстали очень, очень серьезно и очень
основательно, и, во-первых, хотелось бы увеличения общего финансирования здравоохранения. Что касается экономики, я не очень понимаю, почему вы говорите такое пугливое отношение, потому что, насколько мы со своей точки зрения выступали с различными проектами, обследованиями, всегда отношение было очень заинтересованное и с точки зрения министерства, и Национальной службы здоровья, и организации пациентов. И, конечно, и проводятся же и новые, сейчас мы можем слышать в этом году, меланомы, новая терапия, ну, оплачивается. Также пару времени обратно, позитрономисы, статортомографии, как мы понимаем, это ПЭТ, который оплачивается онкологическим пациентам, тоже один из новых методов, которые использует Европа, что мы также, когда вводили, мы посчитали, что это экономичнее сделать ПЭТ, чем, допустим, какие-то четыре другие магнитного резонанса исследования при конкретных случаях. Но это то, что хочется сказать, что экономика здоровья – это не просто экономика, где мы оцениваем финансы, как они дальше повлияют. Это медицина, одна рука, и вторая рука, которая должна быть, в принципе, как две руки, это экономика с медициной вместе, где медицинские знания и эффективность терапии или эффективность этого медикамента. Да, во-первых, клиническая эффективность. Во-первых, мы говорим о клинической эффективности, и потом уже только мы привлекаем экономику. Да. Без клинической эффективности просто подсчет денег – это просто урезание расходов. Ну, онкология – такая чувствительная тема, и каждому человеку, наверное, который с ней столкнулся, хочется, чтобы его лечили, обследовали лучше, чем... Ну, лучшими методами. Вот вы сказали о ПЭТ, об этом исследовании, оно дорогостоящее. Мне говорили сумму, типа, 1300 евро одно исследование стоит. Приблизительно. Приблизительно. Ну и вы все-таки ранжируете, то есть каким пациентам это исследование положено, а каким не положено. Конечно. Вот как это разъяснить пациенту, насколько... Ну, обращают внимание поликлиники, врачи на вот эту разъяснительную работу, потому что, мне кажется, в исследовании как раз тоже было отмечено, что, ну, не всегда больной получает адекватную информацию о том, что с ним, не всегда это делается, ну, как бы корректно, ну, с уважением к человеку, как-то с вниманием, вот. Ну, тут вы затронули, на мой взгляд, две такие достаточно большие проблемы. Первая проблема, если мы говорим об обоснованности применения различных диагностических обследований, медикаментозного лечения, то здесь тот путь, который идут все страны, это путь пациента. То есть мы должны четко знать алгоритм лечения пациента по каждой заболеваемости, и тогда мы знаем, что мы должны делать, на каком этапе, что должен делать семейный врач, что можно делать на амбулаторном уровне, что должен делать стационар. И тогда вот этот четкий путь лечения, его тоже очень легко коммуницировать тоже пациенту. Пока у нас такого однозначного пути лечения, который известен всем, который утвержден всеми, нет, очень трудно и врачам коммуницировать с пациентом о том, что с ним будет дальше. То есть это как бы одна часть проблемы, и это то, что вот, как мы уже сегодня слышали, Национальная служба здоровья делает. То есть мы двигаемся в правильную сторону, мы разрабатываем пути лечения пациентов, потому что это очень важное направление работы. Вторая проблема, которую вы затронули, не слишком любезно говорят врачи с пациентами. Да, это вы правы, мы это тоже обнаружили в рамках своего исследования, и, к сожалению, если мы сравним результаты 2017-2018 года, то положительной динамики мы тоже не видим. Но проблема здесь очень большая, коммуникация вообще очень серьезная тема для всех и для каждого с нами из вас, а в процессе лечения особенно, потому что больной человек, особенно если мы говорим об онкологии, это очень серьезный диагноз, это большой шок для самого пациента, и, конечно, хотелось бы, чтобы врачи и все другие медицинские работники, которые с ним общаются в этот момент, были максимально внимательны, максимально корректны и максимально ему помогли. Но если мы посмотрим с другой стороны на дефицит врачей и медицинского персонала,
мы хотим невозможного. У них просто нет времени общаться. К сожалению. У нас есть звонок, надевайте наушники, давайте послушаем. Добрый день, говорите вы в эфире. Добрый день. Вы знаете, одно дело, когда врач просто невнимательно, а другое дело, когда у меня знакомый пошел к кардиологу. Она ему потом выдает эту ленту, он говорит, ну вы мне хоть немножечко объясните, что, чего там. А она ему заявляет, мне некогда с вами разговаривать, вы у меня там 20-й, и вообще скоро вы все сдохнете, и что вы сюда ходите. Ой-ой-ой. Знаете, вот такой врач отобьет все желание вообще ходить к врачам. Спасибо. Да, хорошо. Ну, здесь, наверное, единственный комментарий, то, что... Да, ситуация не очень утешительная, но мы, наверное, придерживаемся такой позиции, что тот, кто пациента друг, если можно так выразиться, семейный врач, и если он тот, который, как они должны работать как в команде, как друг, кому ты доверяешь, и он в ответе за твоего лечения, он тебя направляет к кардиологу, он получает исследование от кардиолога, семейный врач – это тот, который тоже может объяснить, ему результаты исследования при таком случае, как только что слушательница объяснила. Это тоже один из вариантов, который может помочь этому человеку, если он хочет знать результаты исследования. Но, в принципе, конечно, любой врач, он должен объяснить результат исследования. Это прописано в законе, и он должен, конечно, это делать. Ева, скажите, а вот... С выявлением этого увеличенного количества больных в рамках зеленого коридора, когда просто на первичное обследование сразу же появилось больше претендентов, что произошло вообще с возможностями действительно в какие-то сжатые сроки пройти обследование? Вы наблюдаете за этими сроками, то есть... Сколько проходит от момента выявления диагноза до первой манипуляции, операции и так далее? Сейчас я хотела спросить вам. Вы имеете в виду именно зеленый коридор? Да, или... да. Зеленый коридор. Конечно, мы стараемся следить за этими временами, но это тоже часть, которую можно выполнить и лучше. Конечно, мы анализируем и с радостью, так сказать, получаем, если есть где-то какие-то проблемы, если человек ему не предложили конкретное время или не соблюдили 10 или 30 дней, как в каких случаях, конечно, мы это выявляем и эту проблему решаем, чтобы такого не было. Поэтому, наверное, я хотела бы обратиться к слушателям, что если, вы... все сделали правильно, записываясь на свою онкологическую, так сказать, ряд, именно первичный, и вас не записали, конечно, обращайтесь, потому что мы хотим знать эти случаи. То есть жаловаться можно? Конечно, нужно. Юлия, а вы вот непосредственно, что в вашу сферу компетенции входит, какими вопросами вы занимаетесь? Длительное время я занималась именно скринингом, то есть профилактическое обследование на выявление рака шейки матки, рака груди и рака кишечника, которые могут пройти и должны проходить пациенты определенного возраста. Это абсолютно бесплатно. И мы всех, естественно, призываем, чтобы они проходили это обследование, чтобы своевременно диагностировать онкологическое заболевание, вовремя начать лечение. Вот отзывчивость на эти призывы со стороны службы здоровья какова? Увеличивается она или по-прежнему люди игнорируют эти ваши призывы? Причина недостаточно, возможно, в сравнении с европейскими странами у нас отзывчивость на эти обследования – они тоже комплексные, да, нельзя сказать, что есть какая-то одна причина, которую, устранив, мы сразу все улучшим. Я могу сказать, что большим прорывом в отзывчивости был тот момент, когда появилась возможность у людей пройти обследование, не имея на руках письма, самого письма. То есть, да, сейчас вся информация есть в системе, если... это письмо было сгенерировано этому человеку, то если он потерял или порвал, или каким-то образом до него это письмо не дошло, то
В любом случае он может пройти это обследование. А если вообще письма, допустим, не было? Вот да. Человеку 50+, там, женщине, может она прийти к семейному врачу и сказать, что я хочу в рамках скрининга там маммографию пройти? Да, и у семейного врача есть также возможность посмотреть эти данные, если... Ну, как бы есть у этого человека письмо в системе уже, не только бумажное, но и в системе, или по каким-то причинам нету, потому что есть причины, по которым, ну, письма может не быть, да, или уже раньше диагностированные онкологическое заболевание, ну, именно этой локализации, либо человек не задекларирован в Латвии, да, то есть либо... была проведена какая-то операция, например, в случае рака шейки матки, да, когда этот орган, может быть, ранее был удален. Вот, у семейного врача есть возможность, то есть, посмотреть и либо дать копию письма, да, либо также и без копии человек может спокойно идти и сделать это обследование. Юлия, а вот насколько влияет на информированность пациентов вот, наружная реклама, которую у нас сейчас везде размещают, там пройдите техобслуживание и так далее? Ну, видите, это трудно, вы, да, это зависимость? Трудно измерить, так сказать. Это в принципе невозможно измерить, да, потому что мы не знаем, этот человек пришел после рекламы, да, или с ним хорошо поработал хороший семейный врач, да, который рассказал ему, что необходимо сделать. Это абсолютно неизмеримый метод рекламы. Но, как я уже сказала, поскольку отзывчивость на скрининг, это к ней должен быть комплексный подход, поэтому мы пытаемся использовать все возможные и доступные методы, чтобы донести до людей, что это действительно нужное и ценное, ну, обследование, которое действительно может спасти, ну, жизнь. Да, а то, что вы сказали, вы перечислили заболевания женские, а вот что касается, опять-таки, сегодня рекламируемых техобслуживаний для мужчин, это тоже в рамках скрининга можно пройти такое обследование? Не, ну то, что сейчас мужчины могут пройти, это на рак кишечника, да, это обследование скрытой крови в кале. Кстати, сейчас тоже воспользуюсь возможностью, что у нас мы с 1 октября 2019 года мы поменяли тест. Сейчас этот тест, он более удобный для пациентов, для людей, в плане того, что если раньше нужно было, необходимо делать этот анализ 3 раза, то сейчас хватает только 1 раза, и плюс перед анализом нет необходимости в соблюдении никаких диет. Да. Хорошо, то есть... мы можем предложить слушателям еще задавать вопросы по поводу скрининга и так далее. Но я вижу, что был звонок. По поводу скрининга, потому что это вопрос достаточно серьезный и экономически тоже очень серьезный. Потому что что такое скрининг? Это государство дает возможность человеку своевременно провести диагностику. И скрининг организован совершенно на доказательной базе медицинские, то есть мы знаем, какие группы рисков существуют, и мы именно этих жителей приглашаем проверить свое здоровье своевременно. Но скрининг экономически эффективно будет работать только тогда, когда мы достигаем достаточно высокого уровня отзывчивости населения. А и какова проблема у нас сейчас отзывчивость? И у нас, к сожалению, в районе 43% случае шейки, рака матки и рака груди. И в случае профилактического обследования на рак кишечника, ну, за 9 месяцев было 11%, но за прошлый год, если брать общий год, это 16%. Именно поэтому мы пошли на вот смену этого теста в надежде на то, что отзывчивость пациентов увеличится. И, в принципе, конечно, еще невозможно хорошо оценить результаты, да, но за 3 месяца, то есть 69% пациентов, кому выдан был этот тест, они прошли этот тест. Да? То есть, ну,
в районе там, 15 тысяч тестов было выдано за 3 месяца, и около 10 тысяч, чуть больше, было пройденных. Ну, то есть не выявлено у них болезни, они здоровы или нет, как? Это пройденных тестов. Из них 8% с положительным результатом, но стоит отметить, что положительный результат тоже не всегда говорит именно об онкологическом заболевании. Да? То есть есть много причин еще, по которым может появиться кровь в кале, именно поэтому, но единственное, что стоит отметить, что обязательно, неважно, какие догадки могут быть у врачей, обязательно, если все-таки тест положительный, то есть обязательно нужно пройти колоноскопию. Неважно, там были в анамнезе там, геморрой или какие-то другие заболевания, по которым семейный врач может подумать, что это не онкология, да, но в любом случае, если тест позитивный, то необходимо пройти колоноскопию. Понятно, у нас есть звонок, давайте послушаем. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот вопрос. Статистика у вас есть выживаемости онкобольных? 5 лет или более? Вот какая такая статистика? И сколько из них вообще живут больше 10 лет? Спасибо вам большое. Идет речь, я так понимаю, о продолжительности жизни после того, как человек получает такой диагноз. И, ну, я, наверное, как уже как врач на этот вопрос отвечу, что это зависит от диагнозов. Вплоть, к примеру, если рак мозга, продолжительность жизни очень маленькая. И даже не всегда она зависит от лечения, а зависит именно от агрессии рака. Опять же, если мы возьмем рак прямой кишки, у них продолжительности при терапиях, при возможностях у них лучше. Но это все зависит действительно от диагнозов. Они очень разные. И у нас статистика, конечно, такая публикуется, а насчет этого у нас ответственен СПКЦ. Служба контроля и профилактики заболеваний. На их сайте можно посмотреть статистику с 2010 по 2017 год по всем локализациям. То есть продолжительность жизни в зависимости от открытой стадии. Да, то есть, ну, естественно, не надо быть экстрасенсом, чтобы понимать, что если онкологическое заболевание открыто на первой и второй стадии, то, естественно, у него продолжительность жизни гораздо... Прогноз лучше. Прогноз лучше, чем это, если третья, четвертая стадия. Понятно. Алина, вы что-то хотели добавить? Да, наверное, нет, но статистика вся действительно у нас доступна, но то, что она не очень положительная, это, к сожалению, факт. Но то, почему существует вообще этот зеленый коридор, это же именно для того, чтобы увеличить процент диагностики именно на ранних стадиях. И, и не только для того, чтобы эти все случаи были морфологически обстепернаты, как сказать, подтверждены. Почему? Потому что, чтобы назначить правильное лечение в связи с новыми рекомендациями европейскими или так далее, должно быть морфологически поставлен диагноз. И в зеленом коридоре есть только те диагнозы, которые, в принципе, морфологически должны быть подтвержденными, если раньше у нас такого было, что морфологически можно было диагноз не подтвердить, и человек получал лечение, тогда сейчас он должен морфологически его подтвердить. Ну, то есть морфологические подтверждения означают, что уже нет, какие-то инструментальными методами подтвержден этот диагноз. Да, под микроскопом смотрит конкретные, допустим, там маркеры или конкретно какой рак, какой агрессии у этого конкретного человека. Не просто стадия, а именно там агрессию, типаж рака и так далее, что соответствует тому, что ему можно более точное лечение возможное сейчас в 21 веке, более точное возможное лечение. То есть фактически мы сегодня поговорили о том, как Национальная служба здоровья контролирует процессы лечения онкологических больных. В этих процессах есть положительные сдвиги, но... К сожалению, самым, наверное, большим препятствием для того, чтобы этих сдвигов было больше, является недостаток финансирования. И, ну, надо, наверное, признать, что пока что призывы пожертвовать деньги на лечение какого-нибудь больного ребенка или взрослого, они будут продолжаться.
в масс-медиа и в социальных сетях. И, ну, мы будем проявлять свою человечность именно таким способом, может быть, и в том числе таким способом. Спасибо нашим экспертам, которые сегодня участвовали в программе. Это руководитель амбулаторного отдела Национальной службы здоровья Ева Мейшус, старший эксперт этого отдела Юлия Воропаева и эксперт Латвийской ассоциации экономики здоровья Алина Дудела. Спасибо вам большое. Программу вела Людмила Прибыльская. И смотрите нас на Ютубе. Уже к вечеру программа будет там.